привет, мое классное, мое самое шикарное сообщество на Ютубе. Девочки, мои почитатели, которые слушают меня внимательно и вникают в все, о чем я говорю. Я рада вас приветствовать на своем канале. Я, девочки, ну вы не представляете, как я рада, что вы со мной. Меня постоянно копирует один блогер, который есть на каналах, есть на Ютубе, есть везде. Девочки, он везде. Где я не открою, он там. И он меня копирует. Но не обращайте внимания на размер моей головы, на размер моего размера ноги 40 какой-то там. Боже, девочки. А голова это вообще, девочки, у меня такая корона на голове, вы себе просто не представляете. Но я же похудела. Корона нечаянно упала. И, о боже, девочки, она упала и сжала мой мозг. Я не знаю, что мне с этим делать. Девочки, помогите мне, пожалуйста. Может быть, мне кто-то ее поправит, желательно лопатой. Может быть, кто-то, я не знаю, ну помогите, что же мне с этим делать? По нашим стопам идут. Мы посмотрели, послушали про глицин. Ну, девочки, доктор Петрик год назад об этом рассказывал на своем канале. Это шикарный доктор, шикарный врач. Но вы его не слушайте, потому что про глицин вы узнаете только у меня. Только я владею правильной и нужной информацией. И да, девчата, я очень люблю всех обсирать. Вот я не могу. Я проснулась, я должна кого-то обосрать. Но не получается у меня жить по-другому. Если я не обосрала, значит, я не прожила этот день так, как я хочу. И, девочки, да, я была вчера в киевском ресторане. Я была вчера в турецком, простите, ресторане. И этот блогер, который постоянно меня копирует, будет в Киеве. Откуда я об этом знаю? А да, я же посмотрела ее видео. Я же смотрю ее эфиры. Я знаю, что она будет в Киеве. И она обязательно пойдет в турецкий ресторан. Потому что она цыганит мои видео. Ну что же мне с этим делать? Как, девочки, мое шикарное сообщество? Вы мне только помогите, как мне избавиться от этого блогера? От этого блогера, который идет по моим стопам. Эти отруби. Боже, я одна худела с этими отрубями. Я одна знаю, что только кефир, ряженка, киви и отруби дадут свой результат. Только я одна, больше никто об этом не знает. И они все меня плагиатят. Все, кому только не лень. Девочки, если вы увидите этого шикарного блогера, который поедет в Киев буквально вот 1-2 квитня, боже, помогите мне, пожалуйста, девочки, квитня, 1-2, о боже, квитень, это у нас, я все забыла, квитень, это будет апрель. Если вы увидите этого блогера в китайском ресторане, подойдите и скажите: ты пошла в ресторан, потому что тебе так сказали. Да, девочки, вот так бывает, я одна на Ютубе. Я одна, вот моя корона. И, пожалуйста, если вам не сложно, помогайте мне, держите мою корону и желательно лопатой.